Под ваши аплодисменты! Боевой стрелец перелетает на сторону поля, на котором сейчас появится противник. Уважаемые зрители, а вторым эшелоном шли лучники. Именно они должны были завязать бой. Лучниками командует капитан лучников, который беспрекословно слушается его лучший отряд. Мы видим, что они пытаются поразить стрелков, которые находятся в бойнице города. Сейчас состоится второй выстрел, второй зал. И по команде быстро уходит отряд лучников по флангам, чтобы оттуда поддержать тяжелую пехоту. Уважаемые друзья, и сейчас состоится еще один боевой расчет. Очень редко что применявшийся при осаде, это поджоги и дымовая завеса. Именно русичи с успехом использовали этот прием. Состоялся подход, потом забивались сваи, обмотанные сеном, и шел поджог. Поджог одной из сторон города. Среди которого находил себе путь первый отряд, так называемый штурмовой отряд, который уже вливался в город. Ну и мы видим, что печенеги не выдержали. Именно тройной ряд атак послужил к тому, что нервы ихнего хана дрогнули, и они вышли на поле боя, на поле открытого. История гласит, что они выстроились в несколько рядов. Первая линия называлась «Утро псового лая». Вторая линия называлась «День помощи». Третья линия печенегов называлась «Вечер потрясений». И четвертая, самая элитная линия, называлась «Знамение пророка». Или, как сами печенеги ее называли, «Солнце Кагана». Интересно, сможет ли это построение, которое в системе своей заложено глубокий символизм, противопостоять русичам сейчас на ваших глазах, мы будем лицезреть. Главный удар русичей был в ошеломительном первом сокрушительном ударе, чтобы расчленить стену оборонительную, то есть первый ряд противника. В этом случае противник терял монолитность, свое главное качество. На это был рассчитан первый штурмовой удар. Почему русичи иногда переходили на бег, а князь великий непосредственно перед атакой поддерживает своим мечом, своим присутствием, рискуя своей жизнью. Боевые монолитные ряды своего воинства. Итак, мы видим, что русичи выходят на Илюха, давай! Впереди стояли самые рослые, самые крепкие бойцы, на которых приходилась вся тяжесть. Илюха, давай! Первая сила удара, выходят. Поддержите аплодисментами! Византийский историк Лев Дьяков говорил о том, что сей народ отважен до безумия. Храбрый силен, побежденные никогда в земле не сдаются. Он отправил в себе вовсю, и сами
Ивана перемещаются по стены древнего Киева. Воля красава! Воинство вытесняет, буквально выдавливает с поля боя своего соперника. Локальные бои на локальных точках. Немногие бойцы еще остаются на ногах.